Всем привет. Мама мне вчера подарила этот платье, тунику, не знаю. Как ее показать? Мешки прям вообще. Такая пухшая. Сергей с микрофоном, а я слушаю ТикТок. Давай, Сережа, пой. Что, что? А я так обрадовался. Наконец-то мы собрались. Сейчас пойдем в магазин. А, Санюха красится. А ты что сейчас-то красишься? Иришка говорит, что с января будет тоже ходить в клуб. Я говорю, на фитнес. Я говорю, жаль, что мы с тобой не рядом живем, а то бы вместе пошли. Он, Санюха, подтверждает. Перхоточная. И это. Я говорю, мы бы вместе ходили, да, Сереж? Ай! И было бы нам все равно, кто, чего там, правильно? На, подержи. Мне тут... А где ж... А, фу, я подумала, ты без шапки. Конечно. Нам тут... Мне тут написали, по-моему, Наталья. Так, что за драки? Написала, говорит, иди... Куда я сказала? А на штангу не ошибешься. И мы тут с Иришкой прикинули, как я блины натягиваю. На штангу. Ой, боже. Натягиваю, главное, не одеваю. Или да, как да, их там? Да. Боже, я даже не знаю, что это вообще такое. Вы что, издеваетесь, что ли? Не, я реально хочу. Сейчас праздники пройду. И мне Санюха нужна, она 100 пудов знает. Блин, а что, я могу видосы? Да не, я все равно сама туда не зайду. Да. Мне надо добиваться тренера. Я хочу тренера. Иришка нам рассказала о чудо-щетках, а в итоге они пропали. Как только мы... Подожди, сколько? У тебя есть диски, кстати? Диски целые у меня. Точно? Да. Просто у меня до хрена дисков уйдет, чтобы стереть этот лак. Да, у меня целая это... Или куба. Купить. Не, пойдем в очередь. Ой, все, выходим? Да, нету тут ничего, да? Извините, трусики по 300 рублей. Босс. Хьюго Босс. Трусики по 150. О, есть по 150, да. Ну это на малыш. Да каких малышей? Ты что, обалдел? 48 размер. У тети Иры все есть. Давайте, а что вы будете брать? Посмотри, наверху еще конфеты есть. Нет, да, вот жвачка. Но они к зубам прилипают. Ты имей в виду. Ты имей в виду, да. Бери жвачку. Давай. Что там? Какой? Белый. Выбрала попрыгунчик. О, отлично. Понял. Он так отлично прыгает, что... Это просто ковер. Да понятно. Все, он ускакал вообще. Это моя тактика. В Питер, блин. Моя тактика сработала. Подвезли к Новому году. Но не судьба. Мои надежды не оправдались. И мне в скором времени придется искать себе что-то. Ну ты же говоришь, у тебя еще есть. Ну одна. Я меняю где-то, ну когда они уже за... Заюзанные. Заюзанные, я, конечно, меняю. Я сказал, моя тактика работает. У меня теперь не одна жвачка, а две. За 10 тактик. Поздравляю. Все, погнали? Предлагаю идти толкаться в спар и всем дарить свет. Пойдем? Всем дарить добро. Да, добро и свет. Пойдем. И пинка. И ресторан, бар, караоке, руки вверх, бар. Руки вверх, бар. Отдохни. Да 100 пудов. А он далеко? Вот здесь. А, пошли в детский мир. Там точно пистолет есть. Мне надо яйца, молоко. Ой, вы обещали много народу, по-моему, как обычно. Нет? О, личи. По 50 рублей, нифига себе. А куда мы идем? Сначала в детский мир? Да. Окей. Блин, да. Ну, ничего страшного. О, точно. Ватрушки. Кстати, у нас дома есть ватрушка. А я, знаете, что решила? Я просто подумала, ну не буду же я на Новый год пить воду простую, правильно? А у нас, кстати, такой был ло. Ну, похожее. Мы его кого-то здесь подарили. Помнишь этот здоровый? Я его за 5500 покупал. А папа его кому-то подарил. Нерф. Вот. А что валяется у нас?
место занимает. Ну, давайте. Вот здесь в поделках. Вот здесь, в поделках. Дети, дети, сюда. Да нет. Спасибо. Ага. Как-нибудь в другой жизни. Вот, так я. Вообще я хотела. Во что? Идем. Нашла она, нет? Есть, нет? Нету. Такая проблема прям вообще. Не можем пистолет, клей-пистолет найти. Все, погнали тогда. Пожалуйста. Ну хочешь, не пойдем, господи, я не умру, если я не пойду в Спар, блин. Просто там я думала салатиков взять. Ну что же, да давайте не пойдем, окей. Мы сейчас вообще взбреем. Да, да, здесь слишком жарко, нереально. Много людей, и за двух салатиков, блин, стоять здесь целую очередь, да? 2 часа, да, ну нафиг, капец. Аншлаг и жара, просто нереально. Просто я видела здесь лич по 500 рублей, ну ладно, бокси. Как-нибудь переживу. Класс. Ананас так ананас. Надо быть гибкими. Нет личи, есть ананас. Значит, будем есть ананас. А здесь групповые занятия есть? Да. Вот, это, вот этот ДД Фитнес и Ирка ходит. Да. Пойду. А, вон, я вижу, мужик бежит. Видите, куда-то бежит прям. Я как раз только... В окно. Да, да, да. Я как раз только на групповые ходила, потому что ты на жопу стеснялась подойти. Вот, я та же самая фигня. Ладно, то я-то стесняюсь, а ты чего? Я такая же, как и ты. Не хочешь, где я тоже сделаю. Так, мы пришли в ДНС. ДНС. А вы не подскажете, где, в какой стране штативы? У нас они есть. У вас их нет? Зашибись. Да, ну ладно. Нет, так нет. Ну, знаешь, а зачем тогда туда идем? Клей пистолет проверить. Это все равно. А, я хотела сказать, это все равно, что в химчистку зайти за штативом. Гала Март. Здравствуйте, а может штатив? Спроси, Ди. Иди спроси. А вдруг есть? Давай. Ура! Мы нашли пистолет! Ура! Ура! Наконец-то! Да, вы посмотрите, какая ширина. В моде пойдем? Ну что, какая разница? Вот красные носки, что тебе? Я хочу новогодние. Боже мой. Ну ладно. Нет штативов вообще нигде. Нормально. Придется на Валберес заказывать. Вот мне тут пишут, а слабо, мол, типа взять аскезу и отказаться на 3 месяца от Валберес полностью. Как я от него откажусь, вы видите? Я пытаюсь найти штатив, а его просто нет. Поэтому придется по-любому заказывать на Валберес. Кеды, толстовку вот эту классную. Футболку вот эту последнюю классную тоже. Ну, пойдем. В Глория джинс. Ну, пойдем. В моде. Пойдем в моде. Я хочу там бросаться. Мне больше я спать ничего не нужно. А, Сергей хочет себе носки, да. Ну, чтобы... Я хочу соленья. Я не поняла. Я хочу соленья. Ты хочешь значок, да? Вот этот? Да. Бери. Мне нет денег. Я тебе дам. Ты что? Мне носки нужны. Ну, носков здесь нет. Пойдем в Элитуаль тогда. А вон там еще что-то. Мне тут уже 4 человека написало про вот эту красивую чашечку. Помните, я вам ее вчера показывала, что вот у меня такая, у Сереги оранжевая. Вот. И я вот думаю, может быть, я вам, мои любимые, куплю одну чашечку и разыграем как свечку. А? Ну это попозже. Да это я не тебе. Ура, попозже. Санюхе новый значок. Все. Вы видали, какая у нее сковорода? Вы видели это? И вот этот значок. Угу. Мы сейчас идем в Литуаль, потому что Сережа хочет себе купить красные носки на Новый год. Вот ему прям срочно приспичило. Вот. А почему-то нигде их нет. В моде нет носков интересных. Нет, это не то. Ну, я вон там видела через окно. Да, где-то здесь должно быть. Где мы могли видеть носки? Мы видели? Вот они. Ну и тоже. Ничего такого прям уж
А ты видел, сколько они стоят? Ты видел? 700 рублей. Есть и 500, а есть 900, блин. У нас, короче, сейчас там есть магазин на сколько. Да и потом такой себе. О, пойдем лучше в магазин. Ну а что ты молчишь-то? А вообще-то дорого. Мы продолжаем искать носки. Аскоми. У тебя? 36-37. Ну так, да, 37-38. Ну и правильно. Потому что жара вообще, я не знаю. Да, да, классный, классный. Покажи еще раз. Дед Мороз. Я думал, ты с драконом купишь. Сейчас же другой год дракон. Да, я уже поняла. Ну, пойдемте куда-нибудь. Футболки же нам нужны, правильно? А, мужские. Пойдемте куда-нибудь. Пойдемте. Я не знаю. Блин, нет футболок вообще, от слова совсем. А я хотела ту, которая вот эта. Угу. Ничего нет. Ты же видишь? Это уже женские. Боже, я всегда обожала вот такие вот толстовочки, худики, которые меховушки. Они такие нежные, да? Интересно, какой здесь самый большой размер? XL это точно маленький. XL. Здесь получается тот же XL. XL это 52, и он еще и маломерит. Да, нет, нереально. Вообще на гномиков, блин. Вот такой костюмчик. Очень клево. Такой мягенький-мягенький. 3700 стоит. Штанишки. Ну, вообще прикольно, да? Merry Christmas. 2000. Свитерочки. Сейчас. Загрузила на YouTube видео. И мне на него наложили ограничения. Такая думаю, с каких делов? Там вообще ничего такого нет. И я первый раз в жизни подала апелляцию. Я подумала, а чё? Чё это мне должны ограничения ставить, если там ничего такого нет? И это ж, все нормально одобрили. Но все равно просмотров ни хрена нет. Значит, ничего там особо и не сняли. Сейчас пойду в душ. Пойду в ванну. Надо помыть голову. Ну и вообще обмыться. Курица в два ряда. Людейка большой и два куска мяса. А это что? А, это винегрет. Картофан. Лентовая рука? Да. Тоже классный фильм. Давным-давно его не смотрел. Блин, обожаю Миронова, да? Блин, такие актеры вообще классные все. А мне надо доделать... Что мне надо доделать? Крабовый салат. Боже, я его полдня уже делал. Давай только потом, а то она засохнет до 12. Когда стол там уже разложен, тогда я порежу. Господи, никак проснуться не могу. Я все-таки решила в крабовый салат немного добавить риса. Вот. Прям буквально чуть-чуть. Чуть-чуть все-таки решила добавить. И вот начинаем складывать диванчики. Готовиться к празднику. Блин, почти четверик. А мы будем смотреть вот этот СТС, да? Нет, конечно. Первый канал. Ну да. Почему все время здесь показывают уральские пельмени? Я помню, что их и в том году показывали. СТС. Да? Да, оплачено. Только что узнала, что, оказывается, у Иришки тоже любимый фильм «Иван Васильевич меняет профессию». И он через час уже начнется. Так что пошла я краситься. Я сразу сейчас причешусь, накрашу, да. Чтобы потом уже не заморачиваться. Что такое? Не складывается диван? Что, серьезно? Может, ты не до конца там щелкаешь? Давай я подержу. Давай я подержу. Да, но он должен сам держаться. Ну, должен. Всем, кому он должен, он всех прощает. Скоро начнется Иван Васильевич менять профессию, поэтому я решила, что пора уже собираться. Сейчас как раз соберусь и буду красиво смотреть свой любимый фильм. Сейчас как намулюсь. Санюха спрашивает. Настюха, Санюха. Санюха спрашивает, ты краситься будешь? А ты будешь краситься? Я уже буду накрашена. А, ты уже накрашена? Иришка уже накрашена. Ресницы я не буду, я подводочку небольшую сделала. Ясно. Такое, знаешь, чтобы не очень сильно смываться. Я еще не знаю, что у меня получится в итоге, но... Сейчас быстренько.
Угу. Где стол стоял, естественно. А, вот, утюг я забыла, утюжок. Так ты в итоге не взяла его? Взяла, конечно. А как я буду волосы одевать? Да. Я же тебе сказала, что у меня такой утюг, который гладит. Брахло. Я поняла. Сейчас я уж вроде... Ой, смотри, вон что-то отвалилось, тут упало. Грязючка. Серега уже в новых носках. У кого новогодние носки? У Сергея новогодние носки. Ты что такая серьезная-то? Решила, прежде чем причесываться и краситься, сразу одеться, вот что. Ну, потому что потом будет сложно. А, хотя у меня халат. Не, я сразу уже оденусь и все. Так, платье одела. Подкрасила стрелочки. Чуть-чуть теней коричневых. Такое. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Сейчас буду выпрямлять волосы. Все, волосы выпрямила. Я вот думаю, вообще одевать мне, не одевать. Я вот вся в раздумье. Или уже просто... Не знаю. Все, я одену волосы. Кстати, вот серьги классные, что они длинные, как раз не видно моих коротких за ними. То есть очень даже удобно. Я готова. Сидим, смотрим наш любимый фильм. Иван Васильевич меняет профессию. Да, Иришка? Да. Серега музыку слушает. Сергей, лучше фильм посмотри хороший. Я тебя уверяю. Намного интереснее. Санюк, ты смотришь? Смотрите, какая Санюк красавица, да? Накрасила такая вся. Лицо кирпичом. Ну, видимо, да. О, Михаил. Это Михаил. Я икру ем вот так. На все намазываю. На сыр. В яйца кладу. Главное, чтобы без хлеба. Не, ну вообще можно просто... Не, ну я просто зачесали. Нет, нет, нет. Он всегда хорошо делает. Я не понимаю, почему вот это выскакивает. Были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло... И Раджан уже спать хочет. Или он тебя уморил? Есть такое, да? Ага, не говори. А он Сережа записал, потом деду включил. Вот, да, потом. Пап, мы тебе включим. Серега все записал. Давайте, чтобы правда. Давайте. Хоть это не високосно будет год. Три. Но я думаю, что-то хорошее, супер хорошее должно случиться. Дай бог, дай бог. Пять. Чтобы все было хорошо. Не было, а будет. Да. Семь. Что-то будет хорошее. А что, пить нельзя еще, да? Восемь. Девять. В любом случае, что-то будет хорошее. Для нашей один. Семьи. Ура! 13! 13 было! 12! Это Ира Толвичик стоит. Я не знаю, вроде не пила или пила. Нет. Ты со счета сбилась. Так, все, мы наслушались музыки. Сейчас пойдем на улицу гулять. Пап, ты с нами пойдешь, пап? А чего, мама сказала? Ой, Ирка сказала, что она тебя уговорила, ты пойдешь с нами. Не пойдешь? Холодно, да? Пойдем сами, да? Мы же идем гулять, нет? Да, Ириш, мы идем гулять? Конечно. Идем гулять. А. Я-то вообще за любой кипиш. В этом плане я Ай. Всегда готова ко всему. Да, Сонь? Я готов. Уже. Пойдем салюты посмотрим, возьмем вас с собой. Возьмем петарды, будем взрывать. Да, будем взрывать все и всех. Я знаете, какие носки одела? Сейчас покажу. Та-дам! Не красные, а белые. У меня белые носки.